Маматрахимов Джахангир, представитель Узбекистана, в весовой категории до 90 кг, стал чемпионом мира среди юниоров 2022. Это уже третье золото для молодого узбекского дзюдоиста. Сперва он в этом году выиграл Кубок Азии среди юниоров, затем чемпионат Азии среди юниоров, и вот он стал чемпионом мира. Сейчас на ваших экранах его путь к золоту в Эквадоре. На ваших экранах второй раунд, который Маматрахимов в принципе вел и доминировал, как и во всех сегодняшних встречах. Дзюдоист из Узбекистана, как вы можете видеть, в белом кимоно борется против казахского спортсмена, который бросил в этом моменте, очень близок был к оценке на самом деле казах, но судья пересмотрел эпизод, оценку не дал. Хочу сказать, что Джахангир очень хорошее дзюдо показал и закончил все схватки с помощью бросков. Ни одной победы по замечаниям и так далее. В этом моменте бросает Джахангир с помощью подхвата своего оппонента, получает первое в азаре и здесь забирает захват и бросает с помощью зацепа на второе в азаре и проходит в третий раунд Джахангир против дзюдоиста из Швеции в синем кимоно, его оппонент, третий раунд. Борьба за захват идет и довольно быстро, кстати, вот здесь броском, ну, скорее назовем это скрутка. Пытался зайти на подхват, наверное, швед. Вот здесь вот заходил и скрутил его, потому что больше контролировал захват узбекский дзюдоист. И заипонил своего шведского оппонента, и переходит он в четвертьфинальную стадию. В белом кимоно Маматрахимов борется. Здесь раздергивал, ну, очень сильный левосторонний дзюдоист, левая рука. На отвороте, раздергивает, всегда комбинирует атаки, пытается запутать своего оппонента. И здесь бросил броском Тая Атоши, и был очень близок, на самом деле, этот бросок к ипону, как мне показалось в динамике. Я думал, должен быть ипон. Здесь пытался удержать, чуть-чуть не хватило, кстати, узбеку, чтобы получить второй в азаре и закончить эту встречу. Здесь, ну, очень близко было к ипону, согласитесь. Но, тем не менее, в азаре и его оппонент был близок, чтобы бросить Джахангира, но, как итог, хватило узбеку этого в азаре, чтобы пройти в полуфинальную стадию, в которой он был также очень хорош, в принципе, как и целый день. Я думаю, этого дзюдоиста нужно запомнить. Составит он когда-нибудь конкуренцию Давлату Бабонову в весовой категории до 90 кг. Здесь заходит на Соды Цурикумигоши, меняет на Сиво Инаги в другую сторону и бросает на япон дзюдоиста из Румынии в синем кимоно и переходит в финал. Очень хороший япон. И финал против венгерского дзюдоиста. Против Питера Сафраны. Снова забирает, обратите внимание, какой захват Джахангир. Левая рука на отвороте, правая контролирует рукав оппонента. Больше минуты прошло с начала встречи, и вот таким вот мощнейшим ипоном Джахангир становится чемпионом мира. Это просто прекрасный день для него, очень хорошая борьба. И таким броском завершить этот день, таким броском заработать золото чемпионата мира, это дорогого стоит. Друзья, я поздравляю этого молодого дзюдоиста